Вчера вице-председатель президент Армении выступил с заявлением в ходе общих прений. Обычных фальсификаций, искажений и неправильных толкований, в котором он вновь попытался учить других принципам и ценностям, которыми как раз пренебрегает и против которых выступает его правительство. Международное сообщество еще помнит жестокие массовые убийства армянских войск против азербайджанских гражданских лиц, включая детей, женщин и стариков, а также создание военной диктатуры в Армении после уничтожения всей политической элиты страны и убийства ряда мирных демонстрантов, которые выступали против подтасованных президентских выборов. Хорошо известно, что Армения развязала войну и использовала силу против моей страны, оккупировала практически 1/5 часть территории Азербайджана, включая регион Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов, провела этническую чистку в захваченных районах, выслав более 1 миллиона азербайджанцев из своих домов и совершила военное преступление, преступление против человечности. В ходе конфликта международное сообщество последовательно осуждало саморешительным образом применение силы Армении против Азербайджана и связанную с этим оккупацию его территорий. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюции 822, 853, 874, 824, в которых осуждается оккупация территории Азербайджана, подтверждается соблюдение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и неделимость и ее международных признаков границ. В этих резолюциях Совет Безопасности также подтвердил, что Нагорно-Карабахский регион является частью Азербайджана, потребовал немедленного безусловно, вывода оккупирующих войск со всех оккупированных территорий Азербайджана. Другие международные организации заняли аналогичную позицию. В важном решении дела Шрагов и другие против Армении Европейский суд прав человека признал Армению полностью ответственной за оккупацию территории Азербайджана и нарушение прав азербайджанских внутренних перемещенных лиц. Полностью отвергая это осуждение нормы и принципы международного права, Армения продолжает свое усилие, чтобы далее закрепить статус-кво в отношении оккупации, изменяя физические, демографические и культурные характеристики оккупированных территорий, отрицая право сотни тысяч азербайджанцев, внутрипрежденных лиц на возврат в свои дома и доступ к своей собственности. 26 сентября этого года президент Армении выступил с заявлением, назвав Нагорно-Карабахский регион Азербайджана частью Армении. Мы категорически отвергаем эти ложные и воинственные заявления, которые свидетельствуют о пренебрежении Армении обязательствами по уставу ООН и международному праву, что представляет собой еще одно признание на высоком уровне агрессии, совершенной Армении против Республики Азербайджана, показывает, как руководство Армении далеко от конструктивного поиска мира. В этом заявлении армянский президент даже похвалился, что его страна является одной из наиболее милитаризованных районов. С учетом этого заявления Армении о мерах укрепления доверия вызывает любопытство, если сказать минимум. Реальная причина отсутствия доверия – это открытые территориальные претензии к соседним государствам, агрессии против Азербайджана, оккупация, этническая чистка территории, отрицание ответственности за ужасные преступления, совершенные в ходе конфликта, выступление против прямых контактов между азербайджанскими и армянскими общинами. В реальности, говоря об эффективном укреплении доверия, прежде всего важно необходимо осуществить план вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Что касается идеи разработки механизма для расследования случаев вдоль линии контакта, мы должны отметить, что основная причина этих инцидентов – это продолжающее незаконное присутствие армянских вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана. Такой механизм по расследованию должен быть неотъемлемой частью вышеупомянутого плана вывода. В противном случае он будет закреплять статус-кво, которую даже президенты, что председатели Минской группы ОБСЕ, неоднократно признавали недопустимыми. Регион Нагорного Карабаха всегда был и останется неотъемлемой частью Азербайджана. Мы никогда не примиримся с захватом наших территорий. Конфликт можно урегулировать только на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ. А военная оккупация территории Азербайджана
не представляет собой решение и никогда не приведет к политическому результату, который хочет Армения. Чем скорее Армения признает эту реальность, чем скорее можно регулировать конфликт, и страны и народы региона только выиграют от перспектив сотрудничества и экономического развития. Азербайджан – наиболее заинтересованная сторона в скорейшем урегулировании конфликта на основе переговоров. Однако, если переговоры не смогут привести результат, связанный с полным бесспорным выводом вооруженных сил Армении, прерванных земель, Азербайджан будет вынужден прибегнуть к этому промыслу обороны, гарантированной статьей 51 Устава ООН, чтобы установить восстановление своего суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ. Азербайджан высоко ценит принципиальную позицию государств-членов ООН, которые неоднократно высказывали по вопросам, имеющим огромное значение для моей страны, которые касаются ее суверенитета и территориальной целостности. Мы рассчитываем на положение решимости международного сообщества защищать цели и принципы устава ООН, а также решительную солидарность и справедливую позицию Азербайджана. Благодарю вас, господин председатель. Я благодарю министра иностранных дел Азербайджана.